В Национальном музее наградили победителей городского конкурса уроков экскурсий среди учителей по истории, географии и школьных музейных руководителей. Мероприятие посвятили столетию ТНР. Уникальные находки с киевского времени, история символики Тувы, толжинские чумы, культ коня и медведей. Тем было множество. Конкурс в пятый раз проходит в регионе. Участие приняли 14 конкурсантов из 9 образовательных учреждений Кызыла. Это учителя истории, географии, природоведения, а также руководители школьных музеев. Каждый из них выбирал определенный зал в музее и проводил урок-экскурсию для школьников в присутствии членов жюри. Участники демонстрировали навыки экскурсовода, критериев оценки несколько. Это креативность постановки урока, это вовлечение учащихся в обычную экскурсию. Было интересно определенные методики, поэтому мы поставили еще один критерий – это особенность методики подачи урока экскурсии. По словам организаторов и участников, урок экскурсии занимает особое место в системе дополнительного образования. Проведение экскурсии – это не так просто, далеко не просто. И не каждый учитель это может сделать, поэтому потренироваться, получить такую возможность потренироваться в настоящем музее на настоящих экспонатах – это очень важно и очень ценно, тем более для молодых педагогов, как я. Вводите детей в музей, потому что это те семена, которые, может быть, вы сразу не увидите результат, но рано или поздно они взойдут. Источником знаний выступают музейные предметы, подлинники дают стимул изучать историю участницы школы номер 12. Урок об истории войны в Афганистане проводит педагог дополнительного образования школы номер 12 Роланда Мадерол. Я и не знал про войну в Афганистане, вот сегодня узнал. И много наших туинцев туда уехало. К сожалению, некоторые не вернулись, как выяснилось, 12 человек. Когда учительница так рассказывала, было интересно. На этой экскурсии мне очень понравилось. За это время я узнала много чего про наших тувинцев. То, что на эту войну уехало добровольно 468 добровольцев. В конкурсе было несколько номинаций. Первое место заняла учитель истории и обществознания школы номер 8 Кызыла Чудура Байсулана. Она провела экскурсию на тему символика Тувы. Чтобы стать победителем этого конкурса, очень важную роль сыграли мои воспитанники. У них, прямо можно сказать, глазки горели от увиденного, потому что они мне прямо так и говорили, в музее урок проводить очень отличается, чем в обычной школе. Участники, организаторы и школьники уверены, что уроки такого формата намного интереснее и должны занять свое достойное место в образовательной системе. Алдана Сарглар, Чингис Сергит, Вести, ТВА.